Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. А сегодня у меня обзор на коробочку красоты от Royal Samples. Если вы помните, у меня недавно был такой обзор. Очень мне понравился сервис Royal Samples. Доставка приходит на почту России в течение, наверное, 7-8 дней. Очень понравилось содержимое коробки, и в этот раз у меня в заказе будет Detox Box. Это лимитированная коробочка 2019 года. Обязательно ссылка на интернет-магазин Royal Samples будет в инфобоксе. Это в описании. Заходите, смотрите. Также хочу сказать, что в лимитированной коллекции есть коробочка красоты для мужчин. Так и называется Men Box. У меня сегодня Detox Box. Осталась я в восторге. Это шикарная, шикарная коробка с шикарным наполнением, которое сегодня будем мы рассматривать все вместе. И, конечно же, это будет формат рука и камера. Я вот чуть-чуть, немножко вас отвлеку своим вниманием, да. Вот так вот выглядит коробочка Royal Samples, очень красивая. Эту коробочку я не буду выкидывать, у меня уже вторая коробочка. Думаю, что еще очень осталось довольна, что в будущем тоже будут у меня эти коробочки. Коробочка прямо набита полностью, аж я вот крышку держу. И хочу сказать, вот так приходит вот такой в коробке, и здесь коробка не пустая. Тут внутри тоже есть содержимое, получается, в коробке Detox Box 13 уходовых или декоративных косметик. Косметики, получается, да. И здесь есть и полная версия, и миниатюрки. Очень осталась довольна, поэтому оставайтесь со мной до конца обзора, будем все это рассматривать. Вот такие вот красивые коробочки от Royal Samples. Получается, крупные то, что, как бы сказать, не помещается в коробку, они помещаются вот в коробку, которая упакована большая. Так что оставайтесь со мной, будем обсуждать и смотреть коробочку красоты от Royal Samples Detox Box. Оставайтесь со мной. Ну что же, девочки, давайте будем разбирать коробочку от Royal Samples. И еще раз хочу сказать, что продолжает действовать промо-акция моим ником Нафиса Уфа только до конца февраля, то есть остается всего лишь 4 дня. Вы можете промо-акцию написать именно в комментариях после заказа, и вам придет подарок сухой шампунь. Действует только до конца февраля 2019 года. Давайте приступим к красивую коробочку с шикарным наполнением рассматривать. Еще есть несколько средств, которые вот здесь у меня отдельно лежат. Вот такая красивая брошюра Detox Box от Royal Samples. Смотрите, по-весеннему очень-очень красиво. И давайте начнем и рассматривать каждый продукт и содержимое. Здесь, получается, вот такие вот есть брошюры. Скидка 10% для покупки в интернет-магазине Мико по промокоду Хачумика. И еще такая вот до 1 марта. Вот такие вот купончики скидочные. Следующее, давайте приступим. Первое, что я достаю, это маска для лица Detox от марки Мико или Майко. Нет, не Май, Мико. Сразу извиняюсь, я как в прошлый раз говорила, я могу коверкать английские слова, потому что, ну, не дружу я так с английским языком. Написано, что 100% натуральная косметика. Давайте откроем, посмотрим. Маски для лица я очень люблю, поэтому, ну, очень рада. Глубоко очищает поры от токсинов и матирует кожу. Контроль качества. Вот, срок годности до 2020 года. Давайте посмотрим.
способствует высвобождению клеточной энергии, стимулирует восстановительные процессы кожи, устраняет визуальные признаки хронической усталости, отечности и недосыпания. Способ применения на 15-20 минут. Затем мягко скатать и остатки смыть теплой водой. Вот. Один раз в неделю, при необходимости два раза для проблемной кожи с комедонами. И цена за 50 мл 678 рублей. Маска для лица детокс. Ну, в полнейшем восторге, поэтому, девочки, обязательно пишите в комментариях, как вам коробочка такая и с таким содержимым. Следующее, что я вижу, у меня уже есть гели для спорта. Здесь объем 200 мл и у меня крем для ног. SBE-26. Крем для ног с функциями питания и увлажнения кожи. Содержание ментола. Оказывает охлаждающий эффект, снимает напряжение в мышцах, уменьшает отечность. Экстракт конского каштана. Улучшает микроциркуляцию в тканях, укрепляет стенки кровеносных сосудов. Ой, в восторге. Ну, девочки, у меня проблема с ногами, поэтому тоже безумно довольна. Подходит для применения по всей длине ног, до паховой области. И цена за 200 мл 415 рублей. Вот такой крем для ног. Конечно же, буду с удовольствием пользоваться. И обязательно я буду оставлять отзывы и на первую коробку, и на эту. В дальнейшем, конечно же, на эти средства уходовой косметики. Следующее, что я вижу, у меня есть такая, и мне понравилась, от Himalaya, увлажняющий крем для умывания с алоэ вера. И вот это уже идет не полная версия, а миниатюра. Не содержит мыло. Есть такой крем, и он мне очень нравится. Легенький такой. И очень приятным ароматом. И давайте посмотрим и почитаем. Увлажняющий крем для умывания с алоэ вера. У меня сухая кожа, и это средство для умывания отлично справляется со своей задачей. Средство имеет кремовую основу и не содержит мыла. Подходит для ежедневного применения. Мягко очищает загрязнение с поверхности кожи, сохраняя водный баланс кожи. Способ применения легкими массажными движениями нанести небольшое количество крема на влажную кожу лица, избегая области вокруг глаз, и смыть теплой водой. Цена за 50 мл 100 рублей. Вот такой вот крем. Тоже рекомендую, обязательно попробуйте. Это вот точно уже протестированный продукт. Следующее, что я вижу, это скраб для лица и тела от ЭКО. Натуральное и органическое. Кофе и корица. Повышает эластичность и упругость, оказывает антицеллюлитные действия, интенсивно омолаживает кожу, придает коже красивый оттенок, усиливает сжигание жировой ткани, сокращает высыпание на коже. Это получается, мне кажется, может, я ошибаюсь, полный, как бы сказать, формат. Даже, может, так продается, потому что я впервые именно вот вижу, и у меня есть такой скраб для лица. Другие, конечно, продукты, шампуни, тоники у меня были. Давайте посмотрим, сколько стоит. Нет, это не миниатюра, полные версии, конечно же. Кофейный скраб для лица и тела, кофе и корица. Сладкое и пряное сочетание натурального кофе и корицы подарит роскошный уход кожи. Так, это мы с вами прочитали. Цена за 40 грамм 129 рублей. Вот. Обязательно, конечно же, попробую и расскажу вам. Следующее, что я достаю, это увлажнение. То, что мне надо, это гиалуроновая кислота. Питает и повышает эластичность кожи, разглаживает мелкие морщинки, борется с преждевременным старением,
клеток, длительно увлажняет, обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, корректирует овал лица. Здесь продукт 30 грамм, без силиконов и парабенов. Содержимое пакета развести в 100 мл холодной воды, перемешать маску. Так, шпателем быстро нанести маску слоем толщиной 2-3 мм на лицо, включая глаза и губы. Вот. Давайте посмотрим в брошюре. Это самый первый продукт. Альгинатная маска с гиалуроновой кислотой. Это мы с вами прочитали. И цена за 30 грамм, как у меня, 240 рублей. Но также есть и полная версия 200 грамм, 800 рублей. Это получается очень большой объем. 200 грамм за 800 рублей. У меня 30 грамм. Но тоже с удовольствием буду тестировать. Следующее тоже я достаю маску. Вот такую вот, такая длинная. Здесь вот уже приклеено, видите, перевод. Маска тканевая для лица с экстрактом зеленого чая. 28 мл. И давайте будем брошюры рассматривать это все. Маска поможет устранить существующие высыпания, предотвращая будущие воспаления, замедлит процесс старения, очистит от токсинов, излишков кожного жира, снимает следы усталости и стрессов. Экстракт зеленого чая смягчает, обеззараживает кожу, выводит токсины и предотвращает ее преждевременному старению. Способ применения от макияжа – нанести маску на лицо на 20-30 минут, а затем снимать. И оставшуюся сыворотку вотрите в лицо и шею. И цена за 6 штук 1399 рублей. Вот получается, давайте рассмотрим. Вот такой вот в коробочке продается. И 6 штук. Вот у меня один. Ну, это тканевая маска. Она ощущается. Обязательно рассмотрим. Следующая тоже тканевая маска. Тоже огроменная. Гидрогелевая. Коэнзим Q10 и гиалуроновая кислота. Глубокое увлажнение и омоложение. Но, действительно, повторяюсь, для меня увлажнение – это самое то, что надо. И давайте рассмотрим в брошюре. Маска для лица гидрогелевая. Обеспечивает глубокое увлажнение и омоложение. Две части маски. Маска состоит из двух частей на 15-20 минут. И цена 290 рублей за маску. Вот. Получается здесь, как на фотографии, нижняя часть и верхняя. Классная маска. С удовольствием буду пользоваться. Следующее, что я достаю, это средство для кутикулы. Тоже, что мне надо. Да, у меня нарощенный и, как бы сказать, гель-лак, поэтому при обработке, ну, очень у меня, как бы я задеваю и сохнут кутикулы, поэтому это средство для меня тоже будет в самый раз и спасение. И давайте рассмотрим тоже брошюры. Это желеобразный гель для удаления кутикулы. Впитываясь, смягчает и увлажняет кожу, способствует бережному размягчению и удалению кутикулы. Вот. Способ применения. Это наносим, да? И цена за 12 мл 396 рублей. Вот. Давайте посмотрим. Ставим пока. Тоже довольна. Всеми средствами довольна. Следующая у меня уже идет миниатюрка. Такая вот маленькая. Здесь
4 миллилитра. И давайте, конечно же, рассмотрим. У меня идет мини-версия, а здесь идет в брошюре уже полная версия. Да, видите, как выглядит, да? Это мультифункциональная peel-off маска. Прозрачная гелевая маска с антивозрастным энергетическими минеральными комплексами, медь, магний и цинк. Постепенно застывая, превращается в тонкую, плотно прилегающую к коже пленку. Маска-пленка получается. Очищает, увлажняет, успокаивает, восстанавливает и омолаживает. Способ применения на 15-20 минут, да, и затем аккуратно, слегка поддерживая кожу, снять маску. И цена за полную вот такую версию, это 70 мл, 3250 рублей. Вот такая. Конечно же, с удовольствием протестирую. Надеюсь, что на один раз мне хватит протестировать. Как говорится, маски я очень люблю. Следующее средство тоже идет миниатюра. 10 мл. Это детокс крем. И давайте будем рассматривать... Здесь у меня миниатюра, а здесь, конечно же, в брошюре полная версия. Детокс-крем. Поддерживает механизмы детоксикации кожи и посредством этого открывает абсолютно новые возможности ухода. Способствует поддерживанию при умножении красоты кожи. Кожа выглядит более молодой и здоровой. На ощущенную кожу лица и зону декольте утром или и вечером. И цена за полную версию 50 мл 3110 рублей. С удовольствием, конечно же, протестирую. Вот, думаю, что этот крем, ну, на несколько применений мне обязательно хватит. Вот, уход я очень люблю. Следующее тоже, что я достаю, это бальзам для губ. Смотрите, какая. Бальзам для губ «Миндаль». Питание и увлажнение. Защита от внешних факторов. Так, давайте я открою. Так. Действительно, это орешки, миндаль. Так вот. Ой, какой приятный. Видите на коже, да? Какое увлажнение. Даже блеск есть. Аромат, конечно, супер. С удовольствием буду тестировать. Вот, посмотрите, какое содержимое шикарные коробки. Здесь все у меня пусто. Я немножко убираю, да. И про бальзам давайте посмотрим. Бальзам в трех видах. Натуральный бальзам для губ. На 100% натуральный бальзам для губ. Из органического сырья премиум-класса с ухаживающими защитными свойствами. Вот. И цена за 4,3 грамма 520 рублей. Вот такие вот они. И следующее, давайте, то, что не поместилось в коробку Rail Samples. Тоже я была очень рада этому средству, потому что я люблю, кто меня смотрит, сухой шампунь. Здесь идет 3 в одном, бережное очищение, увеличение объема, свежесть весь день. Объем 200 мл. Ну, от Нивеи я сухой шампунь еще не тестировала. Конечно же, буду с удовольствием тестировать и оставлять вам отзыв. Это полная версия, безумно-безумно рада. И давайте рассмотрим, и сколько стоит. Сухой шампунь 3 в одном. Приведи волосы в порядок за 5 минут с сухим шампунем Нивея. Он очищает их, убирает жирный блеск, придает объем и освежает прическу, не оставляет белых следов и дарит волосам цветочно-цитрусовый аромат. О, я в предвкушении. Выручит в поездках или если нету времени помыть голову. Вот. И цена за полную версию всего лишь 265 рублей. Это отличная цена. Сухие шампуни стоят, бывает, иногда намного дороже. Так что, конечно же, буду с удовольствием тестировать. И последнее, это не уход, это не декоративная косметика. Это будет 100% натуральный кокосовый сок. Здесь объем 330 мл. Я уже... знакома с этим продуктом, да, тайской косметикой, которую я вам показывала, да. Вот. Конечно же, с удовольствием. Мне, думаю, что на диете можно, потому что... Так, давайте я найду брошюры. Вот.
Натуральная кокосовая вода без сахара дарит организму заряд бодрости, насыщая его питательными веществами и 5 минералами. Это абсолютно натуральный продукт с нежным сладковатым вкусом. Помогает восстановиться после физических нагрузок благодаря большому содержанию калия и восполнит водно-солевой баланс. И цена за 330 мл всего лишь 90 рублей. Ну, это хорошая цена, поэтому этот продукт мне знаком, я тоже очень рекомендую, тем более для людей, кто на диете, это тоже будет очень полезно. Я ознакомила вас со всеми этими продуктами, и теперь хочу услышать ваше мнение, ваш отзыв. Вы можете зайти посмотреть, обязательно заходите, смотрите. Коробки представляются разные, будет 2 ссылки на Chic Books и Castle Books и на лимитированную коллекцию Detox Box и Man Box. Цены вы сам посмотрите, да, на коробке. Вот, хочу сказать, что доставка бесплатная по России, и обязательно пишите мне в комментариях, как вам содержимое такой шикарной-шикарной коробки. Я осталась вот буквально прямо действительно довольна содержимым. Здесь 13 средств, вот, и один продукт для употребления. Получается, мини-версия у меня идет 3 маленькие. Вот. Вот такие девочки. Средства. И еще одна брошюра была в коробочке. Это большой ассортимент американской косметики. Кремы для рук, пилки, лаки, гель-лаки и адрес. Варшавское шоссе. Вот такая вот брошюра. И скидка 15% по промокоду. Все, обязательно пишите в комментариях. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.